Люди очень любят театр. Иногда даже очень. И мы решили в Международный день театра усадить на одно место всю Москву. Мы установили камеру 360 прямо в зале Московского академического музыкального театра. А дальше все просто, как три звонка. Первый — берешь гаджет. Второй — заходишь на страничку «Москва-24». И третий — вот перед тобой Герман в формате 360. А что насчет аплодисментов? Мы взяли все лайки зрителей под нашей трансляцией и их количество конвертировали в громкость аплодисментов. Да, успех был просто оглушительный. С Международным днем театра!